Цыплята колумбийской брамы. Родители выставочные. Такие очень красивые, высокие петушки. Курицы такие вообще были шикарные. Вот от них взял цыплята таких. За кур говорили. Петухов 2500 рублей. Решил приобрести цыплят. Дешевле обходится. И на лето как раз будет чем заняться в свободное время. Вот выгуливаешь их. Они у меня уже сколько времени? Ну, дней 10, может быть. Максимум дней 10, наверное. Папа, для них это вообще джунгли, да? Да, для них это вообще джунгли. Да, папа? Угу. Так что мне, они вообще вообще, да? Они чувствуют гигантами, да? Угу, маленькие же они. Которые нас приемают, да? Не пугай, не пугай. Есть разные возраста. Здесь есть... Ну, здесь, короче, недельные и выше. Ну, они, наверное, чуть больше недели, наверное, скорее всего, у меня. Может быть, даже неделю, уже не помню. Как-то раз снимал обзор, потом это хотел. Не получилось загрузить. Пошли воду пить. Там у меня канареечка сидит с щеглом и с риполовым. Снесла сегодня яйцо. Не знаю, скорее всего, пустышка будет. Скорее всего, будет пустышка. Так, здесь у меня репил. Он уже 2 года у меня. Там щегольчик. Месяц, наверное, как сидит. Ну, такой не певчий, такой богатой песни нету абсолютно. Ну, то, что есть, то оставил, чтобы вообще без птицы не быть. И канареечка, вот она у нас. Гнездышко сделал. Вон там яичко одно. Также дома вылупились 3 канарейки. Папа, три птенца. И кому сегодня третий, кому второй день. Бу-бу-бу. Вот такие вот. Здесь у меня уже куры такие. Вот это брама, петух брамовский, но те должны быть намного побольше, поинтереснее. Вот эти куры примутрок, амброкс, там кто как по-разному, доминанты по-разному называют. Очень хорошие куры, яйца хорошие дают, крупные, белые были, белых от белых я избавился. Оставил вот этих птиц, вот эти мне понравились. И вот такой вот Петя. А эти там лазают, все деревья новые. О, смотри, забеял его. Да? Не делай, на меня не утирай. Ковыряются, ковыряются целыми днями. Ну что, всем спасибо за просмотр. Так, время будет, буду снимать. Этих маленьких цыплят тоже покажу, какие они станут, как они будут расти. Всем спасибо.